Мы рады приветствовать вас. Это этот день, очень замечательный праздник, который называется Гора Пурнима. Это праздник, который празднуют все вайшнавы, то есть преданные или те, кто поклоняется Господу Вишну во всем мире. И в частности, те, кто в особенности являются последователями Шри Гауранги Махапрабху. Господь Гауранга – это Верховный Господь, который приходил 500 лет тому назад, как говорят Писания. И те, кто принимает это, свято чтут этот праздник. Он происходит каждый день приблизительно в это время. Мы празднуем праздник по лунному календарю. На полную луну, которая называется Гаура Пурнима. И этот праздник посвящен явлению Господа в этот мир. Господь не рождается, как обычный человек, он просто проявляет себя и совершает игры для того, чтобы привлечь своих к себе души, которые ушли от него. Гаудия Вайшнавы всего мира, Международное общество сознания Кришны, собирается все вместе в этот день для того, чтобы посвятить свое время, свой слух, свою энергию тому, чтобы просто служить Богу, слушать о Нем и наполняя свое сердце любовью к Богу, раздавать ее другим. Этот праздник предназначен не только для нас самих, для себя, но он также предназначен для других. Потому что Господь в этом воплощении Гауранги Махапрабху приходит, и Его умонастроение – это умонастроение щедрости и милосердия, и сострадания. И это то, что мы хотим также нести этому миру. Этот наш главный лозунг – это «Сарве сукхино бхаванту», то есть чтобы все вокруг были счастливы. И этому посвящен этот праздник, в общем-то. Это, можно сказать, основной смысл. Наполниться самим и потом раздать другим также эту доброту и любовь. Этот праздник, как и все остальные праздники нашей организации Международного общества сознания Кришны и вообще Гаудия Вайшнавизм по всему миру проходит по обычному стандарту. Мы поем, очень много стараемся. Мы проводим в такие дни обычно церемонию, которая называется Абишека, это особое поклонение божествам. И потом, после этого, мы рассказываем о смысле этого праздника, о смысле и деятельности той личности, которой этот праздник посвящен. То есть сегодня это Гауранга Махапрабху. И после этого зачастую преданные или дети, мы делаем какое-то представление, спектакль небольшой, и потом опять пение, и в конце раздача вегетарианской пищи, пира, которую преданные готовят с любовью для того, чтобы удовлетворить всех собравшихся. Сколько у нас получается блюд, столько мы приготавливаем, потому что каждый, кто приходит сюда, он отдает свою энергию, чтобы как-то служить другим пришедшим. И мы также поэтому хотим поздравить абсолютно всех людей, кто сейчас слышит слышит нас, и кто так или иначе слышал об этом, с этим удивительным праздником. И просто, если просто даже подумаете или вспомните об этом, то без сомнения Господь в этой удивительной золотой форме Господа Читания прольет на вас безграничные благословения. И мы очень хотим, чтобы вы все были безгранично счастливы, счастливы любовью к Богу. И ибо это является истинным прибежищем в этом мире. Спасибо большое. Sakari ka, Sakari ka, Sakari ka.
Thank you.